Привет. Всем здравствуйте. Сегодня я просуваю пуговицы на халате. И давайте мы с вами поговорим, во сколько я сегодня встала. Вот. Встала я сегодня в 6:20. Вот. Ну, начала вышивать. У меня всегда это вышивается. Вот. А потом я стала завтракать. После завтрака я стала опять вышивать. На завтрак у меня были испеченные лепешки. Рецепт у меня лепешек — просто вода, мука и дрожжи. Очень, кстати, вкусные получились. Ну вот. Ой, вышиваю в маленькой комнате, потому что здесь тихо, спокойно. Ну и здесь сидит, у Нэнси сидит, вот спокойно она, вот, она сейчас спокойно, она у нас уже живет уже день 4-й, вот, Нэнси, вот, и я вот пойду сегодня гулять, вот. На улице жарко, воду у нас отключили, холодную, горячую. Скоро ехать в Леонардо, ехать скоро. Вот. Покупать наборчики какие-нибудь. Я посмотрела набор панда, мне не понравилось. Вот. Ну, мне бы хотелось, думаю, ладно. Вот. Вот. Поэтому такие дела у нас. Вот. Входить в пуговицы стали слабые. Хорошо, что хоть дырка посередине. Знаете, я терпеть не могу, когда дырка находится где-нибудь вот здесь, находится дырка, ее надо так обмадывать, и надо вот так вышивать. Ой, то есть шить. Вообще-то я шить не люблю, но, наконец, надо это где-то вот подкорректировать, чтобы они хорошо у меня держались. Вот, такие дела. Сегодня у меня сегодня будут кабачки с рисом и с курицей. А завтра я сделаю кабачковые оладьи. Хочу сделать, попробовать, не знаю. Там просто, ну, обычно, ну, это как, надо как бы сказать, кабачковые драники делаются. Вот это все делается, кабачковые драники. Вот. Поэтому вот, хотела, конечно, повязать, но потом подумала, нет, надо все-таки просыть. Потому что она будет кислать, будет валяться, будет пуговицы, будет пацаны расстегиваться, ну что это, куда-то годится. Ой, что такое у меня вышло. А у меня еще осталось, видите, вот. Видите, еще остались. 3 штуки остались еще. Вот. Вот такие дела у меня происходят. Ой, господи. Вот у нас ремонт делают, где-то у кого-то там. Ой, вот. Сбор сегодня сделаю. Вот, на этом самом. Вот. Купили, вот хотела сказать вам один случай, который мы купили, раму купили. И она вообще нам не помогает. Рама. Ну, вообще-то я, конечно, вышиваю все, вышиваю на пяльце. Я, вы знаете, вот у меня есть рама, вот, но я обычно вышиваю всегда, вышиваю на пяльцах, вышиваю. Никогда я не вышивала на раме. Я пробовала вышивать на раме, пробовала, но у меня что-то, не знаю, вот постоянно вот эти скобы, они постоянно отлетают. То я гляди, что они отлетят. Потому что надо подтягивать, постоянно надо подкручивать, а вот. А вот это ее не особо покрутишь. Ну, вот такие дела. Вот. Ой. Ну, вот сейчас время без 15. Время. Ну, как вот тут вязать? Тут, тут уже и не повязываешь. Вот тут.
такие дела у нас. Ой. Все равно уже был на улице. Я вчера час ночи легла. Думала, как там чего. Но все равно. Сейчас, секунду. Вот. Пока я туда-сюда, в час ночи легла. Вчера, вы знаете, вот мне так особенно. Вот, в час ночи ложусь в час ночи. У меня все время. Я встаю рано, встаю. Стоит мне лечь поздно, вот сразу встаю поздно. Я не знаю, почему, что творится с моим организмом. Это просто ужас какой-то. Постоянно я то и дело встаю, то и дело мне приходится... Ну вот, мне даже муж говорит, а что ты как поздно ложишься? Я говорю, ну так получается, я не могу, я не знаю. Мне, понимаете, вот когда на улице погода, дождь, слякоть, мне хорошее настроение, вот все прям. А... Когда на улице солнце идет, все, у меня начинается понимать какие-то вспышки гнева, не знаю почему. Вот я вот просто поразительно, вот понимаете, я вот сейчас все удалила, ну там фотографии там, которые были там, ну я там все там запостила. Сейчас у меня идет 6 минут. И, конечно, я мечтаю, очень мечтаю, вот для меня мечта такая большая, купить карту памяти хотя бы на час, на два. Но она, конечно, дорого стоит, это вот. Потому что я снимаю, а там у меня получается памяти. Вот. Хотя я уже и делала все, ну, вот, покупать из-за этого. Вот такие дела. Ну, все равно как-то вот выходим. Вот. Тоже месяц, август уже. Вот. Вот. Я очень редко это публика спросила. Ну, иногда хочется, надо. Вы знаете, иногда хочется немножко посидеть, подумать. Вроде стало уже спокойно за уроки. Вот нет, вы знаете, нас здесь сидит. Ой. Вот Несси сидит. Вот. Которая. Вот, а на самом деле она хорошая. Она. Вообще, вот Карелла, они, вот если почитать, они Карелла быстро приучаются вообще-то, по идее-то. Они не так быстро, вот они быстро приучаются, они, потом она через, вот уже сколько за сидит, она потом уже скоро адаптируется. До этого она вообще просто орала, кричала, ну, первые дни уже. А потом уже у нее пойдут, вот. Где-то как-то вот там будет. Ну, я думаю, что она будет нормально будет. Просто это надо смотреть, надо. Вот. Она не кусается, ничего. Она такая, вот. Ну и потом это самое интересно, что вот так вот мы купили ее. Вот. Совершенно недорого. Вот. Потому что я знаю, что некоторые цены гонят. Ну, понимаете, они цены гонят, а потом вот видите, как получается. Вот. Я уже ей. Мол, и так это. Вот сейчас я вот в виде вот это сделаю, да? Выложу. Вот. Все, я уже прошила полочки, видите. Вот. Все у меня остается уже. Вот. Единственное, что я вот не люблю, это гладить. Вот. Гладить я вот гладить не люблю. Так, в принципе. Я уже на Ютубе уже давно уже с 15-го года. Вот. Ой. Сейчас надо. Мне вот всегда, вот когда всегда, мне вот в начале месяца. Ой, особенно первого числа мне все время вот и слог. Я не знаю, почему так.
вот, вот в первых числах. Ну вот и все, мы просвоним просвоили полочки. Не у нас уже. Ну, всем пока, всем до свидания, до встречи. Всем пока, до свидания!